Приветствую вас, друзья! Благодарю вас, что вы со мной, и спасибо вам всем за поддержку. Очень простой ритуал, как избавиться от врага. Ну, даже точнее не избавиться, а как обезопасить себя от его действий, от действий врагов ваших, недоброжелателей, завистников. Вот очень важно понять одну вещь. Вот не нужно воздействовать на самого человека, то есть на вашего врага. Нужно прежде всего отцепить его в глубине своей собственной энергетики, то есть внутри себя оборвать эту связь. Вот такое понятие, как вражда, нужно прежде всего устранить внутри себя. И вот тогда это все непременно проявится на физическом уровне. Вот что для этого нужно? Ритуал этот не привязан к лунной фазе. И делать его нужно в светлое время суток. Обязательно нужно выехать на природу. Вот не где-то там во дворе своего частного дома или где-то у себя в саду. Именно на природу. На природу нужно выехать. И вот там, где есть камни, это обязательно. Возьмите какой-то острый предмет. Ну, например, вот небольшой гвоздь. Можно иглу или булавку. Вот этот острый предмет, он символизирует как бы вражду между вами и этим человеком. Вот возьмите его и прочувствуйте это. Вот она, ваша вражда, вот этот острый предмет, гвоздь. А затем нужно сделать следующее. Берем камень, поднимаем его, кладем туда вот этот гвоздь или иглу, вот эту вражду. И опускаем камень, придавливаем это все. А затем правую ногу нужно поставить на этот камень и произнести такие слова. Вот такой заговор. Враг мой, называете имя, ко мне остынь, а злоба черная, вражда колючая, под камнем сгинь, быть тому. И вот на этом месте нужно оставить, ну, какое-то угощение. Может быть, кусочек хлеба или печенье. И еще, друзья, вот бывает так, что имя врага неизвестно. Ну, то есть вы не знаете, кто вам вредит, не знаете, кто ваш враг. Вот на этот случай есть очень эффективный и простой метод. Обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот там все подробности. Благодарю вас.